Шум врачи, вечки вейкс и алгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Шумбрат РА» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. Сейчас много говорят о патриотическом воспитании детей. Многие профессиональные педагоги отмечают, что огромное значение для воспитания патриотизма имеет связь человека с местом, где он родился, с его малой родиной. В нашей студии сегодня начальник управления образования Кузоватовского района Екатерина Петровна Чимкаева. Здравствуйте, Екатерина Петровна. Добрый день. Екатерина Петровна, почему именно система образования так активно занимается патриотическим воспитанием детей? Возрождение духовной культуры, интереса к своей истории, бережного отношения к национальным традициям, на мой взгляд, сегодня весьма актуально. И наиболее эффективный и самый простой способ включения детей в этнокультуру – это изучение языка и знакомство с национальным колоритом. И именно система образования позволяет сделать это интересно, увлекательно, доступно и вариативно. Брендом и гордостью Кузоватовского района является мордовская культура. И мы приобщаем наших детей к этому культурному многообразию на всех уровнях образования. Расскажите о системе мероприятий, направленных на развитие у детей интереса к своим национальным истокам. Ну, как я уже отметила, реализация этнокультурного компонента в образовательных организациях Кузоватовского района проходит в разных формах и направлениях. И приведу лишь несколько примеров. На мой взгляд, самое простое и самое эффективное – это включение этнокультурного компонента в учебный план школы. В наших школах с ярко выраженным акцентом этнокультурной направленности ирзианский язык преподается как отдельная предметная область, и мы, безусловно, этому очень рады. Второй момент, который бы я хотела отметить, это ежегодно мы совершенствуем форматы проведения наших мероприятий. Так, например, впервые в Кузоватовском районе прошел межмуниципальный фестиваль «Симбирский край. Родная земля» на базе летнего оздоровительного лагеря средней школы села Кивать. То есть мы, так скажем, применили новую форму организации летней оздоровительной кампании. И участниками данного фестиваля стали воспитанники школьных лагерей, творческие коллективы Новоспасского, Николаевского, Барышского и Кузоватовского районов. Фестиваль получился очень ярким, насыщенным и, безусловно, с национальным компонентом. Буквально совсем недавно, 28 сентября, на базе дошкольного отделения нашей базовой школы, средней школы номер 1 рабочего поселка Кузоватова, состоялся круглый стол «Роль семьи в сохранении и развитии языков Российской Федерации». И очень интересными практиками по сохранению у дошкольников интереса к своему родному языку поделились педагоги детских садов не только рабочего поселка Кузоватова, но и в целом муниципального образования. Ульяновским институтом развития образования ведется целый проект по теме формирования патриотизма и гражданственности на основе этнокультурных традиций мордовского народа. В проекте, или как он называется правильно, региональной инновационной площадке, участвуют несколько школ регионов. В гостях у нашей программы сегодня Ирина Викторовна Скворцова, кандидат педагогических наук, главный специалист Института развития образования, научный руководитель этого проекта в нескольких школах, и Наталья Витальевна Левшанова, педагог средней школы села Кивать. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день! Ирина Викторовна, расскажите подробнее, что стоит за непонятным многим зрителям научными словами РИП. Примерно где-то 12 лет тому назад меня пригласили к сотрудничеству директор Еделевской школы Кузоватовского района Князькина Любовь Степановна. И вот тогда мы с ней начали думать о том, что интересное можно привнести в деятельность образовательной организации. Как вы понимаете, вообще сегодня время огромных перемен наступило. И вот школа не может быть оторвана от тех процессов, которые происходят вокруг. Школа является зеркальным отражением того нового, да, что происходит в окружающем обществе. И вот в связи с этим и родилась программа развития инновационных процессов. Что такое инноватика? Это внедрение нового. Это стремление учебный процесс
сделать таким, чтобы дети были подготовлены к жизни во взрослом обществе. И вот в рамках этой программы Еделевская школа начала разрабатывать и реализовывать проект, который был связан с развитием местного сообщества. И у нас получилось. Затем соседняя Кивацкая школа тоже захотела вступить в эту программу. И они вступили с темой «Формирование патриотизма и гражданственности на основе этнокультурных традиций мордовского народа». Родилось такое тесное взаимодействие – дети, родители и педагогический коллектив. И мы начали изучать культурное наследие мордовского народа, ну, прежде всего, конечно, Кузоватовского района. И эта программа у нас довольно успешно реализована была. Получились очень интересные результаты. И когда мы закончили реализацию программы, то встал вопрос, а куда двигаться дальше? И был создан ресурсный центр сохранения, изучения историко-культурного наследия мордовского народа. И вот этот центр объединил не только Кивацкую школу, но и Еделевскую. К нам подключилась Живайкинская школа Барышского района. К нам подключились другие школы из Новомалыклинского района, Николаевского района. Они стали спутниками вот в решении проблемы сохранения того замечательного достояния, чем богат мордовский народ. Вот ребенок духовно растет тогда, когда он прочно стоит своими ногами на своей вот этой вот национальной платформе, когда он знает родной язык, когда он знает обычаи, традиции. И эти традиции впитываются в его кровь, в его сознание, формируется его мировоззрение. И, собственно говоря, вот главная задача центра – развивать вот это вот отношение ребенка к собственной культуре, как к культуре родной, которую я люблю, которая меня подпитывает, которой я горжусь, частью которой я являюсь. И пользоваться, наверное, да, корнями. Да. Стоять вот на этом, да, гордиться этим. Наталья Витальевна, а в чем состоит конкретная деятельность в школах с детьми по данному направлению? Что вы вообще делаете, что вы, чем занимаетесь именно с детьми? Вот когда мы начали работать над программой, у нас одна из задач была – это сделать комплексный краеведческий музей мордовской культуры и быта. И здесь во время каникул проходила профильная смена, и мы во время профильной смены сделали интерьер мордовской крестьянской избы. Сделан был руками детьми иконостас, стол, кровать, даже печка. Далее ребенок сделал жителя. Девочки наплели корзины, познакомились с национальными блюдами, приготовили их, дегустировали и приглашали на дегустацию учителей. То есть вот для этого у нас в музее появилось такое вот новое музейное пространство. С ребятами мы занимаемся не только, формируем у них и гражданственность, патриотизм, поэтому считаем, что это очень важно. Мордовский народ очень певуч, фольклор мордовского народа безграничен, красив. Поэтому учитель музыки у нас организовал детско-взрослый ансамбль мордовской песни, народный ансамбль «Пизёвня», «Рябинка». На занятиях, на кружке занимаются дети изучением песен, традиций. Активно принимают участие в муниципальных, региональных, межрегиональных фестивалях разного уровня. Участники ансамбля приняли участие во всероссийском проекте «Культура», организованном российским движением школьникам, в
течение года, они ежемесячно выполняли задания. Заданий было до 10 заданий. И в каждом задании ребята показывали любовь и к своей культуре. То есть они сочиняли, пели частушки, показывали живые картины мордовских художников, составляли плакаты, мотивационные плакаты. И ребята заняли первое место, стали победителями и были приглашены в Артек. И вот сейчас, на данный момент, наши ребята находятся в лагере Артек. А солистка ансамбля находится в лагере Океан. То есть вот успехи детей такие. И не только в этом успехи заключаются. Вот Федор Иванович Тютчев говорил, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Поэтому одна из целей работы со школьниками – это в любой деятельности воспитывать любовь к своей культуре, к своим традициям, к национальности. И на уроках технического творчества в рамках объединения дополнительного образования моделирования районного детского-юношеского центра районного поселка Кузоватова, мы с ребятами делаем всевозможные различные макеты. Со своей ученицей выполнили макет пожарной каланчи, которая была у нас в нашем селе, в селе Кивать, с 1960 года до 1987 года. По рассказам жителей села мы воссоздали макет, выполнили этот макет. И когда жители села наблюдают и смотрят макет, говорят, действительно, вот я его таким именно и помню. Учителями школы были разработаны сценарии уроков, внеклассных мероприятий. И мы тесно сотрудничаем с председателем Мордовской автономии, города Ульяновска, Сафон Владимиром Анатольевичем, и благодаря ему смогли выпустить вот такой вот сборник методических рекомендаций «Мы сохраним тебя, родной язык». Этот сборник начал выпускать ресурсный центр, а потом в него были включены планы конспектов и из других районов, из других школ. На данный момент в этом сборнике размещены планы конспектов 8 учителей области из 4 образовательных организаций из 3 муниципалитетов. Это большое достояние ресурсного центра. Много сел национальных, и в каждом селе свой диалект. Поэтому мы с коллегой поставились перед такой задачей, как собрать эти диалекты. Разработали программу «Язык моих предков», таинственной, чудесных. И в рамках этой программы собрали диалекты из 8 сел Ульяновской области, которые активно принимаем участие, принимаем в работе и используем эти диалекты. Хочется еще добавить об одном проекте, который смогли реализовать учитель родного ирдянского языка и учитель немецкого языка. В школе преподается родной язык, иностранный и родной, и немецкий язык. И учителя разработали программу «Диалог культур», когда дети действительно могли разговаривать на ирдянском, задавали вопросы, на немецком отвечали, и наоборот. Вот разработка таких двух занятий – это про мордовский костюм и про песню. С этим проектом мы вышли на инновационный конкурс и заняли первое место. Материал очень богатый, который можно применять и в других образовательных учреждениях. Ну что ж, а мы сегодня прощаемся с вами. Спасибо вам за встречу, за интересные рассказы, за ваше увлечение работой. Это очень приятно, за увлечение детьми. А мы прощаемся с вами. И я хочу напомнить, что наша программа выходит на канале «Улправды ТВ» по пятницам. И в записи ее можно посмотреть на сайте Улправда.ру. До свидания, вас Томазанок.